Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на интересном канале «Цитаты со смыслом комиссаров» Эдуард Михайлович. Сегодня в нашем ролике я расскажу вам гороскоп на 2024 год для очень эмоционального и многим ненавидящего знака зодиака Рак. Я считаю, что раки – это единственный знак зодиака, который может любить и ценить, но порой им все пользуются, поэтому раки на всех смотрят с подозрением и недоверием из-за постоянных манипуляций и предательств в их сторону. Итак, начнем. Приятного вам просмотра! Гороскоп для женщины рака на 2024 год. Гороскоп рака женщины предсказывает благоприятное время. Скорее всего, у прекрасных представительниц знака будет шанс на длительные и верные дружеские отношения. Девушки-раки станут еще привлекательнее и увереннее в себе в глазах противоположного пола. Совет для тех раков, кто пока еще не встретил своего любимого. Возможно, вы обретете счастье в личной жизни в этом году. Не отказывайтесь от романтических встреч или свиданий. Подчеркивайте свою доброту и проводите больше свободного времени с друзьями и любимыми. Таким образом, ваша положительная энергия будет пополняться. Да, пусть будет так. Ролик готовил очень хороший и добрый человек, Комиссаров Эдуард Михайлович. А на этом пока все. Друзья мои, подписывайтесь на канал «Цитаты со смыслом» Комиссаров Эдуард Михайлович. И не пропустите новые интересные ролики. До новых встреч, и пусть хранит вас Бог!